Алматы молодая пара пыталась продать новорожденного ребенка. Собственную дочь горе-родители оценили в 2 миллиона тенге. 24-летняя женщина и ее сожители, оказывается, начали искать покупателей 2 месяца назад, еще до рождения ребенка. Откликнулись жители Алматы 48 и 46 лет. Без зазрения совести мать готова была продать малышку за 2 миллиона тенге, но полицейские сорвали преступные планы. В циничной сделке принимали участие 7. Роли каждого из них были четко распределены. В итоге задержаны биологические родители младенца, потенциальные покупатели и семейная пара посредников. Позже удалось поймать женщину, которая взяла на себя обязательства по оформлению новорожденной. К слову, в момент передачи девочки на руках у посредников были еще 2 грудных ребенка без документов. По итогам спецоперации 3 малышей доставили в больницу для обследования. Подозреваемых поместили в изолятор. Им может грозить до 12 лет тюрьмы.